Народ, всем привет! Рад всех видеть на своем канале. Значит, сегодняшнее видео будет обращение к моим подписчикам и, в принципе, к тем людям, которые задают мне постоянно вопросы. То есть, вопросов достаточно много, задают их регулярно, и я стараюсь по максимуму, максимально грамотно и оперативно на них отвечать. Народ, как вам известно, на территории Украины уже запрещен доступ к таким социальным сетям, как ВКонтакте и Одноклассники. Плюс, ко всему, я перестал пользоваться Фейсбуком по личным причинам. В общем, народ, если у вас возникают какие-либо вопросы из разных разделов моего видео, то просто-напросто пишите свои вопросы в комментах под видео. И я постараюсь максимально быстро и оперативно на них ответить. Ну, в принципе, это такое маленькое, коротенькое видео. Надеюсь, оно будет полезно, потому что сегодня я пришел на работу, проверил почту. Вижу, что мне достаточно много людей написало ВКонтакте вопросы, но ответить на них у меня физически нет возможности. Пользоваться всевозможными программами типа анонимомайзер и все остальное, менять сервер, доступа и так далее, там, или прокси-сервер, я этим заниматься не буду. Поэтому, народ, убедительная просьба. Если есть вопросы, пишите эти вопросы в комментах под видео. Ну что, народ, это, в принципе, все, что я хотел сказать. Такое получилось маленькое, но, надеюсь, информативное видео. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Все, всем спасибо, до свидания и до новых встреч.